80 добровольцев, бойцов Запорожской 23-й отдельной бригады по охране общественного порядка Нацгвардии Украины приняли присягу Родине. Подробнее в следующем сюжете. Эти военнослужащие, можно сказать, лучшие из лучших. Все с отличным здоровьем, многие с высшим образованием. Есть среди бойцов и те, кто уже служили в советской армии. От военнослужащих не скрывают, будут проходить службу в зоне проведения АТО. Основная задача – это несение службы и выполнение задач в зоне АТО. А вторая задача – это несение службы в Запорожской области. На блокпостах, охрана особо важных объектов, охрана мостов, плотин. Это пример для всей страны. И мы вами очень гордимся. Это лучшие представители Запорожской земли. Я обещаю вам, пока вы будете нести службу, мы будем работать день и ночь для того, чтобы обеспечить вас всем необходимым. В целом же, во время четвертой волны мобилизации всего в 23-ю отдельную бригаду собираются призвать более 800 новобранцев.